Исполняющим обязанности главы Объединенного министерства транспорта и связи назначен Николай Уханов. Ранее он занимал пост начальника городского управления ЖКХ и являлся заместителем главы администрации Перми. Николая Уханова уже представили коллегам на первом заседании краевого правительства, которое, напомним, по итогам прошедшей административной реформы возглавил лично губернатор региона Виктор Басаргин. На сегодня в правительстве остается вакантной только должность министра сельского хозяйства и продовольствия.